Управлением патрульной службы милиции за первый квартал на территории Бишкека составлено 88 299 протоколов о нарушениях правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба патрульной милиции, по сравнению с первым кварталом 2020 года было составлено на 58 504 больше. За три месяца текущего года были составлены протоколы о нарушении и наложены штрафы на сумму более 121,5 миллионов сомов. Из них оплачено почти 26 миллионов 96 тысяч сомов, говорится в сообщении.